Не в сути, машину регистрировал, номера получил. Говорю, так они что-то как не одинаковые, что ли. Мне говорят, ну, вы, говорит, вам номер телефона дадим. Мужчина, говорит, тоже с такими же, говорит, ездит. Только, говорит, вы, говорит, не перепутайте. Вот это, говорит, не ваш, вот это вот ваш. Ему тоже скажите, что вот это вот его, а это вот не его. Вы, говорит, там потом поменяетесь. Я говорю, ну, хорошо. Только, говорю, у меня сегодня времени не будет. Они говорят, ну, как-нибудь поменяйтесь. Седа, Леша, проверил. Форсунки. Форсунки к бою готовы. Пошел. Первый. Пошел. Ты чё, ебаный в рот, а? Сережа, блядь. Ну ты чё такое-то, если не умеешь? Собрался на рыбалку, блядь. Купил удочки, блядь, снасти, блядь, приманки, блядь. Сука, со мной никто не поехал. Даже приправу взял. И никто не едет со мной на рыбалку. Суки. Что сделать, да? Чё делать? Чё сломалось, даже не знаешь, да? А все почему? А все потому, что мы выпили по литра 2,5 пива, да? Да пиздец, да. Теперь нам приходится чинить машину. Че, не подходит? Да ты возьми поменьше этот ключ. Ключ поменьше. Крутить тогда буду, нахуй. Не надо, чтобы я крутил. А все, короче, ребят, почему? Ну потому что, короче, вон там менты стоят, вон там. Вон они. Ну а мы здесь, короче, пьяные стоим. Вот, и мы остановились прямо перед ним. Мы дальше не можем ехать, мы изображаем, что у нас что-то сломалось. Они к нам не подходят пока. Вылезай, сказала! Иди сюда! Сюда иди! Сюда иди! Сюда, я сказала, вылезай! Вылезай! Мне его на берег, чтобы он в воду не упал. Коля, ты подрогнул лодку? А? Подрогнул лодку? Да что там лодка, она спущена вся. Славик, рыбу-то поймал? Поймал. Много? Садов-то, да? А-а-а, ну ладно. Че, будешь еще рыбачить? Ну ладно, мы поехали рыбачить. Так, это Дося у меня собирается. Мы собираемся выехать на природу. Да, на один день собираемся выехать на природу. Дося сложила чемодан. Сейчас посмотрим, что в нем. Так. Эта девочка 12 лет собралась выехать на природу. Моток веревки. Шпагата. Скотч, ну лак, ладно, это понятно, кусок проволоки, линейки, метр, отвертка, плоскогубцы, зачем? А тут что интересно мне? А, ну там ясно. Вот так вот ребенок собрался на природу выехать. Что там, пацаны? Чисто случайно. Страховка, наверное, расширена у него. Приуныл. Он хохол! Хохол, рассказывай анекдот. Говори. Че, давай, Костян. Говори. А ты покажи, бля. Короче, хохол с русским в поезде еду. Ага. Ну, говорит, давай в карты поиграем. Говорит, давай. Искали, что-то карт нету. Чем играть будем? Ну, говорит, у кого что есть, то и будем играть. Ну, какого шмат, сало достает. Русский там краюху хлеба черного, короче. Хохол так ломоть отрезает, сало кидает, дама червей. Русский так краюшку хлеба отрезает, кидает. 6 козырь, короче. Забрал, короче, сало жрет, сидит, хохол у него смотрит. Да ты что, елки, ну как же елки, сало? Думал, короче, такой шмат большой, отрезает, кидает. Туз, козы! Русский смотрел, беру!
подождите, сейчас подойдите к 37-му да дому. Так у нас не подойдешь к подъезду. Да я подойду. Почему я и ребенок да я подойду. Должны ходить под балконами? Да я подойду сейчас. А мы уже год ходим. Да я подойду. Вот хорошо, если вы подойдете. Да я подойду. Вот вы не подошли. Да я подойду сейчас. Мужики, свежий анекдот. Мужик идет по лесу, заблудился. Смотрит, изба стоит. Заходит в избушку, а там бабушка. Бабушка, можно переночевать? Вот заблудился. Да, да, сынок, заходи. Накормил его, напоила, теперь время спать. Ты где будешь, сынок, спать? На печи с внучкой моей или в сарае? Он говорит, ну на печи, говорит, маленькая внучка спать не даст. Пойду в сарай, говорит, ладно. Утром в сарае выходит, проснулся, идет к колодцу мыться, смотрит. Такая баба стоит, фигуристая, тёлка такая. Он к ней подходит и говорит, а вы кто? Она говорит, а я бабушкина внучка Рая. А вы? А я долбёб из сарая. Покажи мне глупую морду. Ещё глупее. Ещё глупее. Покажи мне глупую морду. Вот, это глупая морда. Покажи мне глупую морду. Где глупая морда? Вот. Всем привет. Приезжаю домой. Смотрю на свою шестерку. А она тонированная стоит. И я не могу понять, как так? В хлам! А она... выгорела вся дотла снутри. Полностью выгорела. А все из-за чего? Не поджег, не коротнуло, не еще какая-нибудь херня. А все банально. Вот из-за этой бутылки. Лежала на переднем сиденье. Угу. А вот прицеп, да? Машина, блядь, которая стоит безумных денег, нахуй, ебать. Фоматик, хуятик, блядь. Летчикам посвящается. Короче, Ваня примеряет гидрокостюм. У нас, короче, тревога. Ну, в смысле, чего проверить все гидрокостюмы? А че у тебя слабки? Размерности. Чисто. Че ты косолапый-то, блядь? Подожди, я еще не застегнулся. Давай, давай, давай. Вот так вот. Вот так, да? И вот так, а. Ты кнопку, блядь, не нажми, а то к тебе сейчас прилетит. Какую кнопку? Он еще надувается? Я хуй. Ну вот, да, шнурок дерни. Да не надо же дернуть. Короче. Это пиздец. Ну ноги. Он точно не по размерности? Ой, бля. Чё, тащи своими ногами. Косла. Я не могу. Миша, в нём жарко.
Ну, блядь. А это что? Передатчик какой-то. Это фонарик, наверное. Распродажа тут идет. По две сладких трубки отдаю на каждый рот. Твердость трубочки моей вы проверьте поскорей. Полные хрустящие, чудо настоящее. Эти трубки без пустот. Кто не верит, возьми в рот. Я знаю, ты хочешь. Если ты не гей, купи трубочку скорей. 45 рублей бабки покупаем без оглядки, а не сработало. Сколько их разлилось, а? Даже Боря Моисеев ест сластенку, друзья геев. Девчонки, вы хотите трубочку у меня? Нет, завтра. Завтра. Бессовестные. Можно не глотать, девчонки. Это ужас. Злая шутка надо мной. Он не дрожит и губы не трясутся, когда над ним смеются. Вот так вот у нас работает Илан. Вот там вот охеренный срез. Чуть не в полметра. Так что, ребята, и ни одного знака предупреждающего, что он там есть. Летайте, ребята. Даже при скоростном режиме 60 км в час можно все там оставить. Видео. Мы сегодня идем на охоту, с нами собаки. Ветка, Харбас и коза. Вот так вот домой не хочется идти. Ищет белку ищет. Ну, мы идем. Лес до дома уже километр. Коза не отстает. Постоянно в поиске. Все было ровно за мной на охоте. Ну чтоб коза была. Ой, приехал человек, пиздец. Говорит, нету тормозов, куда-то тормоза делись. А их просто намотало на кардан. Карусель, карусель, кто успел? Как сникерс дашь? Женя! Он боится. Шо лагаю. Слушай, вообще отчаянный. Ага, еще из руки. Вот дурачок. Вот голова, да, тут. Ну, Виктор, ага, звезда. Дай лапу еще, ага. Посмотри. Я такая мокренькая сейчас. Побегала. Ух, набегалась так, что аж чуть-чуть вспотела. Слегка. Ну так, слегонца. Ну, капельку взбрызнула. Уж точно покажешь. Значит так, идет передача «Что, где, когда». А, ну, там все такое, в общем, это крутится лошадка, все такое. Выпадает черный ящик. Этим, ну, кто они там? Знатокам выпадает черный ящик. Открывают черный ящик. Достают две тарелочки. На одной тарелочке горстка мелочи, на другой мужской член. Что бы это могло означать? Минута на обсуждение. Знатоки языка. Все. Кто будет отвечать? Будет отвечать капитан. Мы посовещались и решили, что это членские взносы. Ответ неверный. Это хуйная зарплата. Человек попал в беду. Будем помогать. Вам помочь? Сейчас вытащим. Я заметил такую вещь, вот когда нету начальника на работе, это как секс без презерватива. Все движения те же, но ощущения намного приятнее. И тут я сделал вывод. Какой? Что начальник наш Андон.
Дорогой, ты куда собираешься? На охоту. Какая нахуй охота, сиди дома? Блядь, мне мать всю жизнь говорила, вырастешь, женишься, делай, что хочешь, блядь. Друзья мои, то, что я вам сейчас покажу, да. Ну, не хотел эти вещи, понятное дело, показывать, да. Знаете, вы вот в логику войдите в мою, да. То вы любого человека, вот я могу двумя пальцами взять у человека вот так вот кадык достать, понимаете? Не напрягаясь. Могу ребро вот так вот просто взять вот так вот и ребро вот достать у человека. И этим ребром ему хоп и глаз выколоть, да? Это фантастика, ну, для тех, кто не понимает. Я мягкий. Дерево делаю мягким. То есть я вот ударил человеку в сердце, да, и жизненную энергию хоп достал, да, и потом выбросил. И убил, да? Ну, неважно, да, то есть я показываю. Ну, не буду вам, конечно, боевые вещи показывать. Насквозь там стволы пробивать и так далее. Ну, так намеками покажу, конечно. То есть вот это вот ребра достаются, да? Глаза вот так вот выбиваются, понимаете? Виски пробиваются, да? Все. Видите, вроде машина, да, машина. Что это? Телефон? В машине? Вот это да! О, какую тачку встретили? Видите, недорожник. Он еще, кстати, это... Ну... Ого! Это я заснял? Мне 39 лет, у меня диплом есть. В детстве в крокодил играла? Да. Что это такое? Игра, где нужно объяснять без слов, слова, короче, да. Без слов, да. Без слов, слова без слов. Все, только жесты и мимика. Давай, у тебя 40 секунд, опиши меня. Поехали. Быстрее. Что, что? Вот это что непонятно? Вот это. Так. Так. Ноги. Такие пальцы. Слышь, ты засранка, ты, по-моему, договорилась. Да показывалась, ты спать на улице точно будешь. Что, голова? Так, красивые ноги мои покажи. Какие ноги красивые? У меня красивые ноги. Так, а. Слышь, ты, коза. Все, короче, я тебе говорю, есть не будешь сегодня. Пошла ты, блин. А когда вы ночью разжигаете костер, вот этот костер, вот эти огни, вот эти горят, искры трещат, вот запах шашлыка, и вот там вот это урчит, и это вот звуки, они в тишине, звуки очень тихие, и вот водка так льется, аж тишина такая, вы представляете, вот весь взор, как эта водка, особенно в стакан, в рюмку льется, вот, и вот так она булькает, и вы представляете, вот это бульканье, костер трещит, и шашлык вот так этот жарится, ты, вот это все, вот это происходит, запахи, и вы здесь находите, у вас такие шары, и вы друг на друга смотрите, у вас вообще, и вам кажется, как будто день светло. И костер такой приятно горит, его все видать. И вот это все надо в темноте, вот так все происходить. И вот когда человек вот, даже водку пьет, на него так все зыркают. И он этим шашлыком так закусывает, ну, от него жир, костер трещит, все трещит. Да. Он когда выпил, а потом раз, он смотрит, и представляете, у него крылья. Вот те такие вообще шары, какая-то аура на нем, и он полетел такой, летит. А те дружки на него смотрят, ну нифига, обалдели. Да. Ты че ты такого полетел-то, ну ничего себе, да, забылся, да. А я тоже сейчас так же, о, фужер такой достает, на фужер, бутылку такую, бутыль здоровый. Тем больше бутыль, тем лучше получается. А когда маленький, ой, неинтересно. А вот бутыль здоровая, да, и с этой бутыли, да, в большую кружку наливать, да, кипить вот так. И вот этот костер вообще, да, все трещит, запахи, и вообще вот, о, вот пока он летит в это время, ты должен успеть и тоже за ним. И полетели вы все. Все полетели. Да. Вот, да. Вот так.
Mad Max был давно, а ждать новый Fallout уже нет сил. Качай Crossout — бесплатный экшен, в котором ты можешь собрать свой безумный автомобиль из сотен разных деталей. Нацепи на него взрывчатку, дробовики, минометы или плазмоганы и рвись в бой за ресурсы и респект разных фракций. Недавно в Crossout появился новый режим с жестокими сражениями за базы и кооперативная миссия, в которой нужно уничтожить огромного босса. Качай Crossout бесплатно по ссылке в описании и получай крутые бонусы. Love you.